ощущается какая-то особая атмосфера, или как церковленные люди говорят, особая благодать. Я не знаю более светлого места. Чувствуешь себя свободно, раскованно. И может быть, это потому что место такое намоленное. В сторону от суеты, от каких-то мирских страстей, есть возможность подумать не о текущих проблемах и вопросах, которых всегда очень много, а сосредоточиться на главном. Главное – это смысл нашего бытия. Обратиться к самому первоисточнику Господа и попросить Его о милости для себя и для всех, кого мы любим. Попросить о милости для нашей страны, для нашего народа. И получить дополнительные силы для того, чтобы уверенно идти по жизни.